классно, ты его главный инженер. Добрый день. Мы активно продолжаем реконструкцию Можайского шоссе, которое состоит из трех крупных объектов. Это одна из крупнейших развязок на пересечении с МКАДом. Собственно, реконструкция самого Можайского шоссе, включая крупную эстакаду, около 2 километров протяженностью. Это будет одна из самых больших эстакад, пожалуй, самая крупная эстакада в Москве, одна из крупнейших в Европе. И реконструкция Можайского путепровода, это пересечение Кутузовского проспекта, 3-го транспортного кольца, МКЖД, сложнейший проект, который реализуется также в рамках общей схемы реконструкции трассы. В общей сложности дорогой пользуются регулярно около 2,5 миллионов и москвичей, и жителей Подмосковья, так что это один из самых ожидаемых проектов, хотя один из самых сложных. Я прошу доложить, как идет работа. Владимир Николаевич, пожалуйста. Сергей Семенович, значит, докладываю ситуацию. Значит, мы находимся на объекте реконструкция Можайского шоссе МКАД. Общая протяженность вновь выстраиваемых дорог на этом объекте 14,5 километров. На сегодняшний день мы открываем череду запусков поэтапно этого объекта. Сегодня пускается около 850 метров дублера съезда номер 10, частично дублера номер 2, съезда номер 7 и путепровода номер 2. И в течение этого года всю составляющую с московской части мы поэтапно запускаем. Значит, принципиально развязка работает следующим образом. То есть направленные съезды позволяют разгрузить МКАД. Это из движения из центра по внешнему МКАДу внутреннему в центр и область. И дублеры разгружают движение непосредственно по самому Можайскому шоссе. Комплексно эта развязка, ее строительство и временные характеристики увязаны со сдачей вылетной эстакады на Можайском шоссе, которая после пуска движения организует на Можайском шоссе 12 полос движения, 6 по эстакаде и по 3 по каждому дублеру. Собственно, вот эти два объекта надо рассматривать в едином комплексе. Ну вот эта эстакада, которая уходит в Московскую область, я так понимаю, что она будет запущена позднее, где-то в мае следующего года, в зависимости от того, как будут снесены коммерческие объекты, которые там препятствуют строительству. Абсолютно верно. Это съезд номер один, который направляет движение с внутреннего МКАДа в область. Это действительно один из ключевых объектов, но, к сожалению, вот... Все, что находится в границах города, мы запускаем до конца года. Так и имею в виду развязку, и эстакаду, и путепровод. Абсолютно. Ну хорошо, давайте посмотрим. Да. Что с командой? Да. Эстакада на Можайском проспекте, около 2 километров. Долго не решались, конечно, заходить на такой объект. Можайка является въездными воротами в Москву, одним из самых главных проспектов. Затрагивает огромное количество поперечных связок, и реконструкция ее вообще не представлялась возможной. Ее над ней думали в советские еще времена, каждый раз откладывали, боялись приступать. Но глаза боятся, руки делают. Мы вот год назад вышли на эту эстакаду, и сегодня она уже достаточно в высокой степени готовности. Я думаю, что в сентябре месяце она будет запущена. Строительство этой эстакады сразу убирает 3 поперечные связки, 6 улиц, которые пересекали Можайку и создавали достаточно сложную и дорожную ситуацию, и аварийную ситуацию. Но и для нас важнейшим является и то, что помимо улучшения движения автомобилей, здесь создается 25 километров выделенных полос для общественного транспорта. И, конечно, общественный транспорт, автобусы будут здесь работать гораздо лучше, четко по расписанию, и не будут стоять в пробках со всеми машинами, как это происходит сейчас. С точки зрения пассажиропотока, это одна из самых интенсивных
улиц Москвы. И вся эта реконструкция, включая путепровод, эстакаду и развязку на МКАДе, дает без светофорное движение от Краснопресненской набережной до МКАДа. Ну и я надеюсь, что в ближайшее время за МКАДом на Можайке наши коллеги из Росавтодора также выйдут на реконструкцию участка до, вот, до новой ветки, которая уже построена, северного обхода Одинцова. Доложите, как идет работа? Сергей Семенович, в сентябре прошлого года, после того, как были готовы уширения, вышли мы на площадку в условиях самой серьезной стесненности. Эстакада имеет 1820 метров длины только пролетных строений, заездами с подпорными стенками 2,5 километра. Это самая длинная эстакада в городе Москва. И это самая длинная эстакада за счет серьезнейшей организации работы и руководства стройкомплекса, департамента строительства и префектуры, все слаженно отработали, мы идем к пуску, ко дню города. То, что вы ставили задачу, я сам вам докладывал, что задача выглядит нерешаемой, так как обеспечено было городскими службами все условия для строителей, это позволило, ну, я считаю, сделать такое чудо. Задача стоит, день города, и мы видим, что мы ее выполним. Хорошо, спасибо. Помимо самого эстакады и главного проезда, здесь формируются дублеры, стыковки с соседними улицами, карманы для заезда автобусов, пешеходные переходы. Все это не нужно забывать. Ну и, конечно, благоустройство после окончания строительства. Спасибо.